Відомо, що динаміка вибуху була спрямована знизу до гори. В результаті з 10-поверхового будинку зірвано дах і зруйновано 2 з 4 під'їздів. Ударна хвиля частково пошкодила ще 2 9-поверхівки і кілька прилеглих приватних осель. Люди. Сьогоднішня трагедія може стати найбільшою за кількістю жертв. Цього року 3 людей загинуло внаслідок вибуху житлового будинку у Кривому Розі. Там були ущент зруйновані 2 поверхи одного під'їзду. Жертв вибухів у 2 будинках ховали торік і в Луганську. Там стався витік газу під землею через обрив зварювального шва газової магістралі між будинками. Загинуло 8 людей і 17 госпіталізували. Та й у самому Дніпропетровську ця трагедія не перша. Минулого року одна людина загинула і десятки залишилися без даху над головою. У житловому будинку вигоріло 4 квартири. Побутовий газ часто вибухає і в приватних оселях майже в усіх українських містах. І хоч пошкодження в таких випадках менших масштабів, але й вони призводять до людських жертв. Вы смотрите НТВ, в эфире программа «Сегодня». Продолжаем наш выпуск. Сегодня в Днепропетровске в жилом 10-этажном доме прогремел взрыв бытового газа. По данным, к этому часу погибли 9 человек. Полностью разрушены 2 подъезда. Разбор завалов продолжается, и поэтому число жертв может увеличиться. В Гургазе уже заявили, что взрыв произошел из-за резкого повышения давления в сети. Но у жителей своя версия. Они видели, как утром 3 мужчин, приехавшие на черной иномарке, что-то делали с распределительными вентилями. Михаил Антропов выехал на место событий. На месте взрыва спасатели продолжают разбирать завалы. Не исключено, что под ними еще удастся обнаружить выживших людей. В больницах находится свыше 25 пострадавших, в том числе 6 детей. Взрыв произошел на верхних этажах панельного дома. В 2 подъездах перекрытия в квартирах рухнули с 10-го по 1-й этаж. Пока нельзя точно назвать причину произошедшего, хотя уже есть первая официальная версия. Это резкое повышение давления газа в сети. Ее косвенно подтверждают очевидцы. У меня на самый маленький огонь пламя большое. Я его стала закрывать. И получился какой-то хлопок, потому что еще сильная конфорка такая с огнем. И соседки стала звонить. Я говорю, так и так, что у тебя, посмотри, что с газом. Она говорит, у меня тоже шипение, как Змей Горыныч, говорит, гудит. Первыми о неисправности газовых сетей в этом районе узнали пожарные. Их вызвали жильцы соседнего дома, где в одной из квартир загорелась газовая плита. Они ее потушили и посоветовали людям срочно обратиться в газовую службу. Буквально через несколько минут после этого прогремел взрыв. Он был такой силы, что в соседних домах вылетели стекла. Мы находились дома, дом наклонился и потом встал на место. Мы думали, рухнул соседний, а оказался наш дом. Сотрудники Днепропетровского горгаза утверждают, что в прошедший четверг они проводили плановое обследование газовых сетей в этом районе. По их словам, на тот момент все было в полном порядке. Между тем, по поводу причин неисправности газовой системы, которая вызвала взрыв, уже появилась неофициальная версия. Местные жители рассказывают, что сегодня утром здесь видели подозрительных людей. Они приехали на машине черного цвета, люди даже называют ее марку, это Mitsubishi. Якобы они что-то делали с газовым оборудованием, представившись сотрудниками газовой службы. Я их видела лично со спины, они были в черных кожаных куртках. Что они там делали в этих газовых люках, я не знаю, но после их отъезда произошел сильнейший взрыв. Понимаете, минут через 10, через 15 произошел сильнейший взрыв. Сильнейший взрыв. И почему были открыты газовые вентиля в подъездах, об этом тоже никто ничего не знает. Разобраться в истинных причинах трагедии президент Украины поручил премьер-министру Виктору Януковичу. Он выразил соболезнования родственникам погибших и просил правительства оказать всевозможную помощь пострадавшим. По факту взрыва газа в жилом доме уже возбуждено уголовное дело. О точном числе пострадавших станет известно после того, как спасатели закончат разбор завалов. На это им потребуется еще минимум сутки. Михаил Антропов, телекомпания НТВ, Украина.